ловите, это невинного человека, убите. Прокурор, как с этими, чего вы добились-то? Вы землю разрушили. Именно так закончился суд по делу бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Его супруга и сын ярко выразили свое отношение к приговору – 9 лет строгого режима. Его признали виновным за коррупционные схемы. Решение свободы. Назначение дополнительного наказания в виде штрафа в размере однократной суммы взятки по каждому преступлению. Сумма штрафов свыше 15 миллионов рублей. Именно столько, по версии следствия, чиновник должен был получить от гендиректора Барнаул-Капстроя Александра Конакова. Обвинение уверено, что последний при участии Демина возглавил Капстрой и имел свободу действий. Однако теперь дела заведены не только на главу семейства Деминых, но и на его супругу и сына за оскорбление судьи и прокурора. Всем понятна реакция моей семьи, моих родственников. Почему они так говорят, почему они так поступили. Мы абсолютно не согласны и будем бороться. Уже после суда, говорится в материалах дела, Олег Демин угрожал сотруднику ФСБ. Его подозревают по части 1 318 статьи «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Мужчину арестовали. Избрать в отношении подозреваемого Демина Олега Сергеевича 2 июня 87 года рождения меру пресечения в виде заключения по страже сроком на 10 суток. Это время Олег Демин проведет в СИЗО. Однако не исключено, что срок продлят. А пока ведется расследование, чтобы дать оценку поведению и сына, и его матери. По словам психолога, причина такого поведения – шок и физиологический эффект. Быстрая ответная реакция, произошло вот это короткое замыкание, да, причем физиологический эффект, он, как правило, и длится секунды, минуту. И человек очень агрессивно себя ведет. Это может быть физическое насилие, да, это может быть провокация, драки, это могут быть оскорбления достаточно в грубой форме. Однако смягчающим обстоятельством считается другой вид аффекта – патологический. Он возникает только в тех случаях, когда что-то угрожает жизни и здоровью человека. Но в случае с Деминым-младшим и его матерью ситуация хоть и неприятна для них, но прямой угрозы не несет. С психологом согласен и юрист. В данном случае состояние эффекта никого не будет вести, потому что у нас законодатель дает подробное объяснение состоянию эффекта. А состояние эффекта – это непродолжительное состояние, которое, в период которого лицо не может в полной мере отвечать за совершаемые им действия. То есть в данном случае о эффекте никаком речи не будет вести. При этом, говорит Максим, поведение Демина-младшего не должно сказаться на рассмотрении апелляции отца. Юридически они разные субъекты. Тем временем идет рассмотрение дела против Ольги Деминой. Ее обвиняют в неуважении к суду. Женщине может грозить до 6 месяцев лишения свободы. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.